У вас заблокирован YouTube. Тогда я иду к вам. Друзья, всех приветствую. Тема обхода блокировок YouTube до сих пор остается актуальной. Я показывал несколько способов обхода этой блокировки. Один из них через точку доступа в смартфоне. Второй через планета VPN. Еще один способ – это применение расширения U-Boost. Вот сейчас я и покажу, как это сделал. Делается это буквально в течение 30 секунд. Сразу скажу, что этот способ пригоден для обхода блокировки YouTube на компьютере, браузерах Chrome, Яндекс и Microsoft Edge. Во всех браузерах я это разрешение проверил, и везде оно нормально работает. Кто главный драчун в блоке? Главный драчун? Тут много таких. Расширение устанавливается в один шаг. По ссылке, которую вы видите на экране, переходим на страницу с расширением U-Boost и скачиваем его. Расширение автоматом устанавливается в браузере, и вы сразу же можете воспользоваться его возможностями. U-Boost стоит у меня на всех трех, как я уже сказал, браузерах Chrome, Яндексе и Microsoft Edge. В Яндексе я его специально отключил, чтобы вы видели разницу работы YouTube без разрешения U-Boost и с разрешением. Сейчас разрешение U-Boost в Яндексе отключено. Ну и вот, как вы видите, мы видим привычную картину. Браузер пытается что-то загрузить из YouTube, но ничего не получается. Открываем вкладку разрешения в настройках и переходим. Вот видите, расширение U-Boost отключено. Активируем его и переходим в ту же вкладку на YouTube. Все сразу же заработало. Сейчас мы смотрим в разрешении Full HD. 4К не особо тянет, а Full HD все нормально. Ежедневный всемирно известный конкурс Твиста. Кто еще не добрался до этого способа обхода блокировки YouTube, применяйте его и пользуйтесь. А мне осталось только еще раз напомнить вам, что вы не забыли поставить лайк и подписались на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем добра, здоровья и до новых встреч на моем канале. Показывает Бабай. Пока-пока.